Здравствуйте. Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. В Красноярске готовятся к большому празднику – Дню Енисея. В субботу на берега нашей главной реки должны выйти тысячи красноярцев для того, чтобы их очистить от мусора. Это уже традиционная акция, которая проводится несколько лет. К ней присоединяются не только горожане, присоединяются очень крупные компании. И вот сегодня у нас в гостях вице-президент Сбербанка Алексей Логинов. Алексей Львович, здравствуйте. Добрый день. Но мне бы сегодня хотелось с вами поговорить не как с вице-президентом Сбербанка, не о цифрах, не о процентах, не о кредитах, слава богу. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами как с заместителем председателя попечительского совета Красноярского регионального отделения Русского географического общества. И в том числе как с вице-президентом Российской ассоциации полярников. Вот с последнего как раз мне очень хотелось начать, потому что я знаю, что вы буквально сегодня утром пролетели из Салехарда, где проходил арктический форум. Сразу скажу, это как бы мероприятие не сильно популярное, не сильно такое, так сказать, распиаренное в России, но дело в том, что в нем принимали участие президент России, президент Исландии, президент Финляндии. Значит, это событие само по себе значимо. А в чем его значимость? Как бы вы могли определить? Ну, Арктика вообще очень волнующий регион для многих жителей планеты сейчас, потому что в Арктике пересекается несколько важных таких очень для всего человечества тенденций. Ну, во-первых, это, конечно, кухня погоды, как ее часто называют. И именно в Арктике формируются во многом те климатические тенденции, которые влияют на климат Европы, Азии, Северной Америки. В том числе на наш климат. И очень сильно на нас, да. Мы же понимаем, что почти треть территории России находится в Арктике. И очень много предприятий, важных для экономики страны, тоже находятся в Заполярье. Это вторая функция Арктики. Такая часть планеты, где сосредоточено огромное количество ресурсов природных. Это и углеводороды, это и драгоценные металлы, это алмазы. Все больше промышленное освоение Арктики идет такими масштабами и начинает такими масштабами идти, что все эти факторы начинают уже друг на друга влиять. Все взаимосвязаны процессы. И недаром говорят, что разлив нефти в Мексиканском заливе может серьезно повлиять на климатические условия в Северной Европе за счет того, что в Гольфстрим попало много легких углеводородов, которые серьезно усложнили теплообмен между атмосферой и, собственно говоря, самим теплым течением. Да, как следствие, течение меняет свои физические параметры, может изменить свои физические параметры, что скажется на климате Северной Европы, где, в общем, и обеспечивается во многом судоходство и хозяйственная деятельность именно за счет постоянного притока теплого течения. Это просто маленький пример к тому, как все взаимосвязано на планете сейчас. Вот на арктическом форуме что обсуждалось? На арктическом форуме, почему он назван международный, во-первых, арктический форум, и название у него «Территория диалога». То есть главная, собственно, функция была — форум проводится в третий раз уже — привлечь все страны арктического региона для дискуссий именно о том, как можно взаимодействовать на территории Арктики, как можно, необходимо разграничить какие-то вопросы стран. Арктика вообще очень зарегламентированный и занормированный с точки зрения международного права регион. Один из самых занормированных в мире. Огромное количество соглашений двусторонних между странами, там трехсторонних, четырехсторонних и так далее. Для многих это вопросы культур малых народов, их сохранения, их самобытности на территории Арктики, да, в то время как там идет промышленная экспансия. Для многих это вопросы, связанные с экологией, с поддержанием биоресурса в тех или иных регионах. И именно поэтому такое внимание со стороны не только ученых к этому форуму, но и со стороны политиков и бизнесменов. Помимо президентов было очень много министров, и федеральных министров России и других государств Северного региона.
Я знаю, что вы тоже были в Арктике. Вы даже провели, по-моему, одну зимовку, если я не ошибаюсь. А вот чем Арктика привлекает? Вообще, что там делается? Что вы там делали в Арктике? Ну, когда я работал в Арктике, это было очень давно, связано было с моим первым образованием и первым местом работы еще во времена Советского Союза. Я там работал как ученый, специалист по ледовому режиму. Арктика, сложно сказать, много об этом говорили. Чем привлекает Арктика, почему люди заболевают этим? Кстати говоря, что побывав на севере, начинаешь им заболевать. Да, если как будто не забываешь, оттянет. Да, снятся вот эти сны белые, так называемые, когда ты ночами видишь лед бесконечный, снег. Причем долгие годы спустя уже после этого тянет снова туда вернуться. Какое-то братство создается людей, которые там когда-то работали, побывали, может быть, даже много лет назад. Все равно они считают себя полярниками, работниками Арктики, людьми, любящими это место. Не знаю, завораживающие какие-то дикие просторы, льды и, в общем, то, что человеку приходится там выживать в достаточно сложных условиях. И в то же время такая нечеловеческая красота какая-то этих мест всего. Все это комплекс ощущений, который остается навсегда с человеком. Ну вот сейчас, насколько я знаю, у нас пошел такой процесс очищения Арктики. То есть мы начали заниматься землей Франца Иосифа. Да? Мы начали вывозить оттуда различный мусор, металлолом. Мы начали думать уже немного вперед, на будущее, как мы будем жить дальше. Ну, это, мне кажется, обязательное свойство каждого человека. То есть общество меняется? Конечно. Конечно. И это очень важно. Вообще, если по Арктике лететь, то видны бескрайние просторы, безграничные. И в те места, где побывал человек, они четко обозначены. Как язвы, да, такие вот на теле планеты, гниющие, где хлам, бочки, разрушен тундровый покров, и все это превратилось в лужу грязи. К счастью, этих мест немного. Человек все-таки не так сильно поработал, скажем так, и оставил свои следы в Арктике, как мог бы. Поэтому как раз на прошлом международном арктическом форуме, который проходил в Архангельске, был дан старт российской программы по очищению Арктики уже на государственном уровне. Владимир Владимирович Путин как бы под этим делом подписался, были выделены деньги, там порядка 1,5 миллиарда рублей федерального бюджета. Что очень важно, такие программы чисто волонтерскими средствами сложно решать, но можно, тем не менее. Ну, потому что очень проблемы с логистикой, с доставкой. Доставка – это как раз транспортная проблема. Да, началась чистка земли Франца Иосифа, на очереди еще несколько островов и участков побережья. Мы планируем, может быть, на следующий год здесь, в Красноярском крае, попробовать в районе Таймыра сделать 1-2 волонтерские экологические экспедиции по расчистке старых баз. Много все-таки осталось на севере ржавого железа, бочек, какого-то хлама. Когда общество начинает задумываться в целом, да, о том, что надо бы за собой прибрать. Это значит, что общество переходит на другой уровень. И я с огромным удовольствием вот приветствую все эти тенденции и поддерживаю. У нас сейчас в Красноярске, в Красноярском крае, уже несколько лет проходит вот этот праздник. Это называется не акция. Вот, знаете, что приятно? Мне называется не акция «День Енисея», а праздник «День Енисея». Но при этом трудовой праздник. Проходит несколько лет, но, кстати, вот Сбербанк присоединился только в прошлом году. Да? Просто в прошлом году я присоединился как раз к работе Русского географического общества в Красноярске. И в прошлом году мы подключились к этой акции. И подключились и наши южные соседи, Хакасия и Тыва. И Енисей был почищен, ну, не весь, конечно, да. Местами, да.
Но это же и не промышленная акция, а скорее такая акция, как бы символическая в большей степени, акция доброй воли, вплоть до Туруханска. То есть мы даже хотели внести это в книгу рекордов Гиннесса, ну, из-за протяженности акции одновременной. Но потом подумали, что, в общем, не ради рекордов все это делается, и не стали с этим связываться. Я был поражен, как много вот у меня сотрудников в Сбербанке откликнулось на эту волонтерскую акцию в прошлом году. И в этом году еще больше. Много компаний «Русал», компаний топливно-энергетического комплекса. Вот «Русал», кстати, в первый год, по-моему, вместе с РГУ они вот это все вот начинали тогда. Университеты... Сибирский федеральный университет, многие вузы. Многие вузы выходят, да. Но мне очень много волонтеров присоединяется, потому что для людей это все-таки, вот мне кажется, очень важно. Символическая такая, символическая чистка своей родной реки, которую мы все любим. Ну, знаете, мне кажется, что вот когда выходят крупные организации, когда выходят крупные университеты, это одно. Но когда просто люди, которые не принадлежат вот к крупным организациям, начинают сами выходить и сами что-то ручками делать, вот... На мой взгляд, вот это уже проявление такого, знаете, гражданского общества. Конечно, теория малых дел, она вот, вот очень важна здесь. Потому что на голой политике не построишь гражданское общество. Его надо строить именно на простых человеческих отношениях, на простых человеческих делах, которые интуитивно понятны каждому. Да? Здесь еще вопрос в коммуникациях так важен. Почему все-таки важна роль крупных корпораций? Потому что им проще скоммуницировать внутри себя. Да? По внутренним сетям разбросали информацию, вот как мы делаем по внутренней сети. Все сотрудники знают. И многие друг друга знают, и сообща выходят. Вот и в прошлом году немножко, и в этом рассчитываю на вас, поможет нам все-таки и телевидение, средства массовой информации Красноярска, еще больше людей узнают. Но даже в прошлом году приходили люди из маленьких организаций, просто соседи, 3-5 человек, где, говорит, здесь выдают мешки для мусора, перчатки, мы тоже хотим поучаствовать. Там, мы, вы откуда, от какой организации? Мы вот ни от какой собрались, пришли. Это действительно очень, очень важно именно с позиционирования человека в социуме, как он себя вот видит. То есть принимаете? Абсолютно, абсолютно. Конечно, обеими руками за. И вот, ну не знаю, гражданское там или какое-то другое, но просто вот здоровое общество не создастся, пока... его члены, пока вот все мы, условно говоря, не будем себя ощущать, во-первых, частью этого общества, во-вторых, в ответе, как бы вот, ну, за все, что ли, да, пусть это и звучит несколько банально. Большое спасибо. Спасибо вам. Что пришли к нам в студию. Сегодня у нас в гостях был вице-президент Сбербанка, заместитель председателя попечительского совета Красноярского регионального отделения Русского географического общества Алексей Логинов.